Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о характере кошек породы Меконский Бобтейл. Знатоки породы утверждают, что Меконские Бобтейлы, в отличие от большинства кошек, привязаны не к месту, а к хозяину, и они готовы следовать за человеком куда угодно. Если вы приобретаете двух разнополых кошек, то знайте, у этих кошек царит матриархат. Доминирующее положение всегда будет занимать кошка. Она может гонять и обижать кота, даже если она меньше. Заботу о котятах также полностью берет на себя кот. Кошка будет пристально следить за тем, чтобы кот выполнял родительские обязанности, приучал потомство к прикорму, когтеточке, лотку и вылизывал их. Неуемная любознательность бобтейлов толкает их на участие в домашних делах и заботах. Чем бы вы ни занимались, стиркой, уборкой или готовкой, этот кот всегда рядом и всегда готов помочь. Общительные животные издают множество удивительных мурлыкающих, воркующих звуков, комментируя собственные действия и отвечая на реплики хозяина. Одновременно они достаточно сдержаны, не позволяют себе бурного проявления чувств. Представители этой породы любят, когда с ними общаются, часто произнося их имя. Меконские кошки обладают собачьими повадками. Любят носить вещи в зубах, с удовольствием выполняют команду «апорт», обязательно бегут осматривать и обнюхивать гостя. В случае вынужденной самообороны они чаще кусаются, нежели пользуются когтями, но из-за миролюбивого характера вынудить питомца защищаться не так просто. Порода легко уживается с другими питомцами, если они также настроены дружелюбно, но прежде чем заводить одновременно рыбок, птиц или грызунов, следует внимательно подумать, ведь у кошек невероятно силен охотничий инстинкт. Меконский бобтейл терпеливо относится к маленьким детям. Это преданные существа, которые привязываются ко всем членам семьи и хорошо чувствуют настроение хозяина. Меконский бобтейл прекрасно подходит для содержания в любой семье, его можно смело назвать пушистым компаньоном. Питомец плохо переносит длительное одиночество, что необходимо учитывать, принимая решение завести эту кошку. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.